Дорогие друзья, начинаем 69-й выпуск программы «Дом культуры». Сентября 1862 года в штате Северная Каролина в городе Гринсборо родился О. Генри. Американский писатель, общепризнанный мастер рассказов с изобретательными сюжетами, неожиданными развязками, яркими персонажами и необыкновенным чувством юмора, который заставил смеяться весь мир. Американская критика называла его американским Киплингом, американским Мопассаном, американским Гоголем и американским Чеховым, что, конечно, свидетельствует не в пользу американской критики, умудрившейся сравнить одного автора со столь разными писателями. Однако такие сравнения свидетельствуют о необыкновенном даровании О. Генри. В Советском Союзе О. Генри был так же популярен, как Ильф и Петров. На полках городских библиотек его сборники новелл всегда были потрепанными, так как проходили через сотни рук читателей. А на российском телевидении часто экранизировались новеллы О. Генри. А когда в 1962 году на экраны вышел талантливый фильм «Леонида Гайдая. Деловые люди», по стране прокатилась новая волна популярности О. Генри. Считай, что деньги у нас уже в кармане. Такими делами мне не приходилось заниматься, но можно рискнуть. А риска никакого, все очень легко и просто. Пока ты здесь прохлаждался, я все подготовил. Слушай меня внимательно. Нашей жертвой я выбрал единственного сына самого видного из горожан. Его имя Эбенезер Дорсет. Папаша выложит за своего сынка $2000, никак не меньше. Не перебивай. Завтра берем шарабан в соседней деревне. Дом Дорсета стоит на окраине городка. После обеда едем. Берем драгоценного младенца, прячем его в пещере, пишем письмо папаше насчет выкупа. Получаем деньги. Младенец сопляк идет обратно, а мы в Западный Иллинойс на крупное дело. Ты гениальный мастак на всякие военные хитрости. Валяется на дороге $2000. Я думаю, мы легко их возьмем. Эй, мальчик! Поласкай. Эй, мальчик! Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться? А? Это обойдется папаше Дорсету в лишних $500. Настоящее имя О. Генри было Уильям Сидни Портер. В семье звали его Вилли. Отец его был врачом, предки которого были колонистами из Англии и Голландии. Когда Вилли было 3 года, его мать умерла от туберкулеза. И воспитанием занималась тетка по отцу Эвелина Портер. Она была владелицей частной школы, в которой учился сам Вилли. После школы он поступил работать в аптеку своего дяди. Был там продавцом и учеником или помощником провизора. Через год он получил лицензию фармацевта, а через 2 года у него обнаружились признаки туберкулеза, и дядя решил отправить его в солнечный штат, чтобы помочь излечиться от этой болезни. И направил его в Техас к своим знакомым. У этих знакомых Вилли жил на ферме и за еду и кров помогал им в приготовлении пищи для ковбоев и 2 раза в неделю привозил почту из соседнего городка. А через 2 года он настолько излечился и окреп, что смог начать самостоятельную жизнь в городе Остин. Там он попробовал ряд профессий. В частности, работал бухгалтером в фирме недвижимости и чертежником в земельном управлении. Уильям Портер был энергичным, общительным парнем, отличался остроумием и был прекрасным рассказчиком.
Он с детства запоминал интересные истории и пытался записывать их в виде коротких рассказов. А еще он играл на гитаре, мандолине, пел под свой аккомпанемент и очень нравился девушкам. Вел жизнь молодого плейбоя в компании таких же молодых веселых людей, как он, которые обожали всякие приколы и алкогольные напитки. Вместе они организовали музыкальную группу «Hill City Quartet», которая выступала в молодежных клубах, исполняя свои песни, тексты, которым писал Уильям. А еще эта группа была известна тем, что они любили петь серенады под окнами красивых молодых женщин Остина. А Уильям Портер, кроме этого, был известен в городе как автор коротких интересных рассказов, которые охотно печатали газеты и журналы. 2 марта 1885 года, во время закладки краеугольного камня для Капитолия штата Техас, Уильям Портер встретил 17-летнюю девушку, которую звали Атоль Эстес. Она была очень хорошенькая, происходила из богатой семьи, и молодые люди увлеклись друг другом. Они стали неразлучны, и их взаимоотношения развивались на глазах у всего города. А в июне 1887 года Портер пришел в семью Атоль и попросил ее руки. Мать была против их брака, потому что Атоль страдала туберкулезом. Ей требовалось пройти курс лечения. Но молодые люди, влюбленные, не стали ждать этого курса, и Атоль 1 июля сбежала вместе с Уильямом из родительского дома. Пастор пресвитерианской церкви, который знал Атоль еще с детства и относился к ней как к дочери, обвенчал молодых людей и всячески покровительствовал их браку, стремясь примирить их с родителями. С этого момента Атоль и Уильям стали жить как муж и жена. Через несколько месяцев Атоль родила сына, но он, увы, умер вскоре после рождения. Молодые супруги с трудом пережили эту трагедию, но вскоре Атоль вновь забеременела и через год благополучно родила дочь Маргарет. Между тем друг Портера, Ричард Холл, был назначен комиссаром штата Техас и предложил Уильяму хорошо оплачиваемое место чертежника в земельном управлении штата. Уильям стал работать там, но продолжал свою литературную деятельность, писал рассказы и посылал их в газеты и журналы. Там их охотно печатали. Ричард Холл в 1890-м баллотировался на место губернатора штата Техас, но выборы проиграл. И после присяги нового губернатора Портер вынужден был оставить хорошо оплачиваемое место чертежника. Устроился бухгалтером в Национальный банк Остина. Служил он там небрежно, потому что его больше занимала литературная работа, ведь он готовил к выпуску юмористический еженедельник «The Rolling Stone», «Катящийся камень», и начал его выпускать. Жена Атоль верила беззаветно в литературные таланты своего мужа и всячески его в этом поддерживала. Однако семью ждала неприятность, первая неприятность. Уильям так небрежно вел свои бухгалтерские дела в банке, что начальство обнаружило недостачу и его уволили, но обвинения пока предъявлять не стали. Теперь, освободившись от бухгалтерской деятельности, Уильям полностью погрузился в работу над своим юмористическим еженедельником «The Rolling Stone». Там была сатира на реальную жизнь людей, на жизнь города, штата, страны в целом, а также зарисовки и рассказы Портера. Приведу несколько цитат из рассказов этого еженедельника. «Как можно говорить о смерти, когда мир так чудесен? Когда человек чувствует приближение конца, его эгоизм и себелюбие расцветают пышным цветом. Роскошь и нищета шагают по улицам бок о бок. Полная луна, как известно, колдунья. При бледном ее сиянии правдивые люди открывают вам самые драгоценные сокровища своего сердца, а лгуны выдавливают на палитру рассказа самые яркие краски из тюбиков своих фантазий». Живой образный язык Портера сразу располагал к себе читателей. Ему удалось добиться самого большого тиража – 1500 экземпляров. Однако, как и в случае с газетой «Новый американец», которую через 100 лет после этого пытался в Нью-Йорке выпускать Сергей Довлатов, доходы от реализации этого журнала, газеты были значительно ниже, чем затраты на его выпуск. И выпуск пришлось прекратить. Однако, выпуская свой еженедельник, Портер обратил на себя внимание главного редактора преуспевающей газеты «Хьюстон Пост», и тот предложил ему работу. В 1895 году Портер с семьей перебрался в Хьюстон и стал вести юмористическую колонку в газете «Хьюстон Пост». Получал он здесь в 4 раза меньше, чем на службе в Остине, но его зарплата зависела от популярности его публикаций, а она постоянно росла. Для своих идей Портер использовал свой индивидуальный репортерский, авторский, писательский метод. Он слонялся по холлам различных отелей, в соседних барах, разговаривал с людьми,
и записывал все интересное. Этот метод он сохранил на протяжении всей своей литературной деятельности. Его популярность в Хьюстоне росла, но на пути к успеху ждала большая неприятность. Во время аудиторской проверки в банке Остина была обнаружена недостача, и Портеру предъявили федеральное обвинение, он был арестован. Его тесть, отец Атоль, внес залог, и Портера освободили до суда, который должен был состояться через полтора месяца. Но перед самым судом Портер исчез из города. Правда, предварительно отправил жену и дочь в Остин к родителям. Сам он сначала оказался в Новом Орлеане, а затем уехал в Гондурас, республику в Центральной Америке, у которой с Соединенными Штатами не было договора о выдаче граждан. Здесь он прожил полгода, ожидая Атоль, с которой была такая договоренность. Он много пил, слоняясь по барам. Познакомился здесь с Эллом Дженнингсом, знаменитым грабителем поездов, который в Гондурасе тоже спасался от правосудия. И здесь Уильям написал свой единственный роман «Короли и капуста». В этом романе он впервые употребил изобретенный им термин «банановая республика», который затем широко разошелся по миру. Итак, Портер ожидал жену в Гондурасе уже полгода, а Атоль все не ехала. От ее родителей он получил известие, что состояние Атоль так ухудшилось, что ей не до отъезда. А когда он узнал, что она так ослабела, что не встает в постели, то наплевал на грядущие неприятности и вернулся в Остин и сдался суду. В связи с болезнью жены власти пошли ему навстречу и отсрочили дату суда. Однако положение оказалось значительно хуже, чем можно было ожидать. Атоль угасала с каждым днем. И 25 июня 1897 года ее не стало. Состоялся суд, в котором Портера обвинили в растрате $900. Обвинение было, конечно, ложным, поскольку при отсутствии учета из кассы банка брали деньги все, кому не лень, все служащие. И даже владельцы банка пытались вступиться за Портера, объясняя, что он не так уж и виновен. Однако суд не пошел им навстречу и присудил Портера к 5 годам тюремного заключения. И Уильям оказался в тюрьме города Колумбус под тюремным номером 30664. Поскольку Портер был лицензированным фармацевтом, в тюрьме его привлекли к работе в тюремной больнице в качестве ночного аптекаря. Ему выделили собственную комнату в крыле больницы, и он продолжил свою писательскую деятельность. В тюрьме он написал 14 рассказов, которые публиковались под разными псевдонимами, самым известным из которых оказался О. Генри, рожденный тут же в тюрьме. Происхождение этого псевдонима не совсем ясно. Как говорил сам Портер, имя Генри он заимствовал из светской хроники, а инициал О выбрал из латинского алфавита как самую простую и распространенную букву. Есть и более интересные версии. О. Генри заимствовано из ковбойской песенки, которую Портер распевал вместе со своими сокамерниками. Там есть такие слова. «Вернулся любимый в 12 часов, скажи мне, о Генри, зачем ты таков?» И последняя версия заключается в том, что о Генри – это сокращенное название тюрьмы, в которой он сидел. Ohio Penitentiary. O.H.N.R.E. Первый рассказ с этим псевдонимом был напечатан в 1899 году и назывался «Рождественский подарок Дика Свистуна». Если бы редактор журнала знал, что автор сидит в тюрьме, он никогда бы его не напечатал. Но Портер не посылал свои рассказы из тюрьмы, а через своего приятеля, который жил в Новом Орлеане. Портер пробыл в тюрьме 3 года и 4 дня и был досрочно освобожден за хорошее поведение 24 июля 1901 года. Он воссоединился со своей дочерью Маргарет, которой было к тому времени уже 11 лет, и которая вместе с родителями Атоль жила в Питтсбурге, куда они перебрались из Остина. С этого времени начинается самый плодотворный период в творчестве Портера. Он вместе с дочерью перебрался в Нью-Йорк, поближе к своим издателям, и написал за короткий период 250 рассказов, хотя до этого за всю жизнь написал только 131. Я прочел из этого едва ли десятую часть. Но когда ты узнаешь, что Портер работал в режиме журналиста и каждому еженедельному выпуску журналов должен был сочинить один или несколько рассказов, то такое обилие не удивляет. Эти рассказы восхищали читателей неожиданностью поворотов своих сюжетов, яркими персонажами, но подвергались нападкам критиков. Критики, как известно, такая категория, которая ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Но прошло время. О критиках никто не помнит, а О. Генри навсегда остался в истории литературы.
В период своего творческого рассвета в Нью-Йорке Портер встретил свою школьную подругу, предмет своей юношеской любви, неприступную Сару Коулман. Теперь она оказалась к нему гораздо более благосклонной. Они стали близки, и Портер женился во второй раз. Сара Коулман тоже была писательницей и известна своей новеллой «Ветер судьбы», в которой она описала историю ее романтических отношений с Портером, наполовину вымышленную. В это время Портер, как кажется, достиг вершины своих целей. Их у него уже как будто бы больше не было. И он стал много пить, часто и помногу. Это сказалось на его творчестве. Уровень его рассказов снизился. Испортился его характер. Он стал нетерпимый и скандальный. От этого испортились его отношения с Сарой. И она покинула его. Кроме этого, пьянство сказывалось на его здоровье. И оно стало быстро и стремительно ухудшаться. За короткий период он заработал цирроз печени, диабет и расширение сердца. И весь этот комплекс болезней привел его, наконец, к смерти, которая произошла 5 июня 1910 года. Ему было 47 лет. Его дочь Маргарет тоже имела короткую писательскую карьеру с 1913 по 1916 годы. Она умерла в 1927 от туберкулеза, как и ее мать, и была похоронена рядом с могилой отца. Заканчивая разговор о замечательном писателе О. Генри, хочу еще раз сказать, что даже те, кто не приучен книгам и предпочитает чтению кинематограф, даже эти люди смогли познакомиться со многими историями О. Генри в кинофильмах. И о них я расскажу в нашей рубрике «Апропо». Именно благодаря тому, что большинство рассказов о Генри содержат не только оригинальный затейливый сюжет, но и массу великолепно очерченных лиц, характеров, типов, и море авторского остроумия, они являются не только захватывающим чтением, но и привлекательным материалом для кинематографистов. Фильмография экранизации о Генри очень значительна. Я сделаю некоторый обзор фильмов, которые можно найти в интернете и посмотреть. Прежде всего, это талантливая картина Леонида Гайдая «Деловые люди», которая молодому поколению кинозрителей известна мало. Вероятно, потому что экран заполнен нескончаемым потоком свежеиспеченных кинолент, при котором возвращаться к старым фильмам не остается времени. Но в искусстве кино, как и в любом другом искусстве, существуют свои редкие вершины и обширный шлак. Вот этим шлаком заполнено основное пространство киноэкранов. И если вы хотите получать от кино не только зрелище для глаз и ушей, но и пищу для ума и сердца, иногда нужно возвращаться к старым вершинам и к старым картинам. И рекомендую пересмотреть картину «Деловые люди», я хочу обратить внимание зрителей на фрагмент из экранизации рассказа о Генри «Дороги, которые мы выбираем». Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу. И мне тоже. Хорошая была лошадка. Ну да боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора двигаться, акула. Брось ты эти шуточки. Пора двигаться. Сиди. Сиди, как сидишь. Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно тебе это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся. Двоих ему не выдержит. Мы с тобой были товарищами целых 3 года, акула Дотсон. Не один раз вместе рисковали жизнью. Я всегда был честен с тобой, я думал, что ты человек. Слышал я о тебе что-то неладное, будто ты ни за что, ни про что убил двоих. Да я не поверил. Ты не поверишь, Боб, как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Ну, если ты шутишь, акула, спрячь кольт и бежим. Хочешь стрелять? Но стреляй, черная душа. Стреляй, тарантул. Боливар не выдержит двоих. Thank you.
Боливар не выдержит двоих – это принцип жизни большинства современных деловых россиян, которые, потеряв остатки совести, избавились от таких качеств, как сочувствие, бескорыстие, самоотверженность. И тогда понятия дружбы, преданности заменились другими – тусовка, приятельство. Любимым оправданием подлых поступков является фраза «ничего личного». Ею хотят сказать, что я не такой плохой человек, но поступил так подло из интересов дела. Считают, что это индульгенция от грехов. Но возвращаемся к обзору экранизации О. Генри. В 1952 году в США был снят фильм-экранизация высокого художественного уровня «Вождь краснокожих» и другие. В нем 5 экранизированных новелл О. Генри, которые сняли 5 разных режиссеров. А в качестве ведущего выступает знаменитый американский писатель Джон Стейнбек собственной персоной. Я тоже писатель. Меня зовут Джон Стейнбек. Я всегда считал, что труды писателя надо читать, а не смотреть. Но О. Генри мертв и не выскажет свое мнение. Интересно, каким бы оно было? Киноновеллы этого фильма неравнозначны по уровню. Но первый из них, в который снялся знаменитый американский актер, звезда первой величины Чарльз Лоутон, это маленький киношедевр. Его режиссура поражает тщательной разработкой каждого эпизода, сочетанием реалистического прочтения рассказа О. Генри с виртуозным владением комедийным жанром. Есть планы на зиму, мистер Трокмартон? Можешь звать меня Сопи, Хоррес. Спасибо, сэр. Так есть? Естественно. Опять собрались зимовать в Кутузке? Почему нет? Потому что тюрьмы теперь не то, что прежде. Говорят, условия там испортились, и кто угодно может туда сесть. Дорогой друг, не верь всему, что болтают. По своему долгому опыту заверяю тебя, что в нашем славном городе замечательные тюрьмы. И, что еще важнее, я человек скромных, непритязательных вкусов. 3 месяца в тюрьме, вдали от ветра и снега, и от посягательств этих синих мундиров. Доброе утро, офицер. 3 месяца крыши над головой, еды и приятной компании за казенный счет. Что еще надо от жизни? Как ты сумеешь туда попасть, Сопи? Есть разные хитрости, друг мой. Жди здесь. Стойте, это мой зонтик? Ваш? Да. Звоните в полицию, пожалуйтесь. Смелее, телефон на углу. Скажите им, что я украл у вас зонтик. Ладно, я сам. Простите, я прихватил его утром в ресторане. По ошибке, конечно. Если вы узнали ваш зонтик, вы уж меня простите. Подлый вор. Есть и другие способы, друг мой. Не ушиблись? Нет, спасибо. Ваш зонт. Все в порядке? Я подам на вас рапорт за эту кожуру. Простите, сэр. Парижская мода. Что это было? Вызовите полицию! Полиция! Воры! Кто разбил витрину? Я, сэр. Где он? Вот он! Уходит! За ним! Нет, погодите минутку! Это я разбил! Куда же вы? Это я разбил! Это я! Простите, вы забыли зонт. Могу добавить, что в одной из новелл в маленькой роли снялась Мэрилин Монро. Мое почтение столь очаровательной и приятной юной леди. Что у вас тут случилось? Он назвал меня леди. В 1959 году французский режиссер Анри Верней снял еще одну экранизацию рассказа «Вождь краснокожих». Она интересна тем, что в одной из главных ролей снялся знаменитый французский комик Фернандель.
Достаточно крепкой экранизацией о Генри можно считать трехсерийный фильм Александра Павловского «Трест, который лопнул». Снятый в 1982 году, он представляет собой изобретательную музыкальную комедию, снятую на основе рассказов из сборника о Генри «Благородный жулик». В этой картине можно в главных ролях увидеть молодых Николая Караченцева и Регимантаса Адамайтиса. Погода, сэр. Да, сэр. Разрешите помочь этой гордой птице? Я глубоко признателен вам, сэр. Любовь к животным – отличительная черта джентльмена. Эй, приятель, оставь его нам. Мы хотим с ним кое о чем потолковать. Я весьма сожалею, но вряд ли смогу. Эй. Это мой гость. Что ты с ним церемонишься? Влепи ему пулю в лоб! Ты прав, Билл. Эй, парень! Прощайся с жизнью! Мазила! О! Отличный выстрел, приятель! Чувствуйте себя как дома. Как называется эта захудалая дыра, где вы сели? Затрудняюсь, я был там проездом. Кажется, эта станция называется «Гнездо птицелова». Нет, каковы поэтические склонности рядового американца? Вы только вслушайтесь, «Гнездо птицелова». А что впереди? Какая-то рыбачья гора. Кроме этих фильмов, по рассказам о Генри было снято еще более 10 экранизаций, как художественных, так и анимационных. Но я их не видел, поэтому ничего не могу о них сказать. Зато, готовя этот выпуск, я посмотрел впервые фильм про самого о Генри, снятый в 1933 году классиком советского кино, теоретиком киноискусства Львом Кулешовым, о котором я говорил в первом выпуске «Дома культуры». Кулешов в этой ленте рассказывает про пребывание Уильяма Портера в американской тюрьме. В этой ленте соединилась выдающаяся глупость советских кинематографистов с агрессивной советской идеологией. Само по себе пребывание Портера в тюрьме лишь свидетельствует о равенстве американцев перед законом. Но советские пропагандисты, называющие себя кинематографистами, решили представить это как приговор Америке и всему западному капиталистическому миру. Думаю, что зрителям моей программы будет интересно и полезно посмотреть мой краткий видеопересказ основного содержания этой ленты, в которой соединилась глупость и советская идеология. Прошу обратить особое внимание на ужасающую игру актеров этой ленты, особенно исполнение главной роли о Генри Константином Хохловым. Он считался выдающимся артистом, о нем можно прочесть в Википедии. Там перечислены его звания, говорится о том, что он выдающийся советский деятель театра, режиссер, педагог. На самом деле он ужасен. Я назвал бы его самым плохим актером в мире. Впрочем, судите сами. Портер. Ну, получайте ваш рассказ. Прочитал. Вы великий утешитель. И я не ошибся, что назначил вас в аптеку. Сэр, вот если бы вы оказали такую же справедливость Джеймсу Валентайн... Но, Портер, это уж слишком. Джеймс Валентайн замечательный механик. Вы думаете о себе. Каждый о себе. До свидания, Портер. А я написал про вас хороший рассказ, Джи. Да. Я сделал вас молодым и цветущим парнем, который нравится девушкам.
очень ловко получается. Счастливый конец. Счастливый? Да, счастливый. Теперь же все пойдет хорошо. Вы женитесь. На очаровательной девушке. И будете вице-президентом банка. Друзья, выпьем. За мое последнее кровохарканье. Да придет оно поскорее. О, брате. Диль, Диль, меня никогда не освободят. Обманули. Обманули? Обманули? Что такое? Это немыслимо. Господин начальник, это чудовищно! Что такое? Неужели Валентайн обманут? Это противно чести и человечеству! Ему же было обещано освобождение. Я уговариваю! Молчать, Портер! Или вы забыли, что полагается за нарушение дисциплины в этой тюрьме? Я джентльмен, сэр, и я обманул. Здесь нет джентльменов. Могу написать то, что знаю, то, что надо написать. Может быть, когда-нибудь придет другой, придут другие. Вот такая удивительная глупость была снята хваленым теоретиком кино Львом Кулешовым в 1933 году, когда упрощенное мировоззрение художественной элиты в сочетании с ужасающей неразвитостью зрительской массы создавало пугающий портрет сталинской эпохи. Впрочем, сегодня-то нам зачем пугаться портрета России образца 1933 года, когда у нас перед глазами новый портрет образца 2022, и он не менее пугающий. А даже, пожалуй, и пострашнее будет. Восьмого сентября 1841 года в деревне близ города Праги родился Антонин Дворжик.
самый знаменитый чешский композитор, представитель романтической школы музыки. Известный на весь мир своими славянскими танцами, симфоническими и камерными произведениями, Дворжик в зрелые годы был приглашен для работы в Соединенные Штаты Америки и провел там несколько лет. За это время он успел стать одним из первых классиков американской симфонической музыки и сочинил там свою последнюю девятую симфонию. Сегодня она является одним из самых популярных произведений, которые исполняют все симфонические оркестры мира. Я с детства люблю Дворжика, после того, как услышал по радио его славянский танец номер 2 «Ми минор». Я даже использовал эту мелодию в интерлюдии к одному из выпусков «Дома культуры». Еще эта мелодия является одной из любимых музык моей жены Людмилы. Позже я открыл для себя другие произведения Дворжика с оригинальными мелодиями, изысканными гармониями. Музыка Дворжика вообще легко ложится на сердце, погружая нас в мир красоты. Например, это. Антонин был первым из 8 детей в семье мясника Франтишека Дворжика. Его отец содержал трактир и профессионально играл на цитре. Музыкальные способности Дворжик унаследовал от отца. Они проявились в раннем детстве. И в 6 лет мальчика отдали в деревенскую музыкальную школу. Затем в школу рангом выше, где он обучался игре на альте, фортепиано и органе. А в 16 лет он поступил в пражскую школу органистов. Окончив ее, стал профессиональным музыкантом, виртуозно владея игрой на органе, альте и скрипке. При этом, начиная с подростковых лет, он постоянно что-нибудь сочинял. Пьески, обработки народных песенных и танцевальных мелодий. В 60-е годы 19 века Дворжик служил альтистом в оркестре Пражского музыкального театра и подрабатывал как музыкант на городских мероприятиях, сочиняя для них танцевальные песенные мелодии и давая частные уроки музыки. В одну из своих учениц, Жозефину Чермякову, он влюбился и посвятил ей сборник пьес для струнного квартета с очень красивыми мелодиями, например, вот это. Но Жозефина не оценила ни чувства молодого Дворжика, ни его драгоценный подарок, и вышел замуж за другого парня. И тогда 32-летний Антонин сделал предложение ее сестре Анне. В 1873 году они поженились, и Анна Чермякова стала Анной Дворжиковой. Их брак был на редкость удачным. Они дружно прожили 31 год до самой кончины Дворжика. У них было 9 детей, трое из которых умерли, правда, еще в детстве, но остальные 6 продолжили династию семейства Дворжиков.
После женитьбы Дворжак получил место органиста и регента хора в одной из пражских церквей. И начался период его плодотворной композиторской деятельности. Наделенный выдающимся талантом в области изобретения оригинальных мелодий и их аранжировок, Дворжак стал довольно быстро широко известен в Чехии. А в 1877 году ему сообщили, что его произведениями заинтересовался Йоганнес Брамс, который был тогда одним из самых знаменитых композиторов Европы. Его венгерские танцы звучали изо всех окон. Они были настолько популярны, что владелец одного из самых крупных музыкальных издательств Европы, Фриц Зимрок, умолял Брамса сочинить второй сборник венгерских танцев. Но Брамсу тогда это было уже неинтересно, и он порекомендовал Зимроку обратиться с таким предложением к Дворжаку, а сам написал ему письмо, в котором просил сочинить сборник славянских танцев. И поскольку Брамс для Дворжака был непререкаемым авторитетом, тот внял его предложению и сочинил такой сборник. Славянские танцы Дворжака очень быстро стали популярны во всей Европе. Настолько, что известные европейские оркестры обратились к нему с просьбой сделать оркестровые аранжировки для симфонических оркестров. И сегодня эти танцы в аранжировках Дворжака исполняются в симфонических концертах с большим успехом, иногда на бис. В 1880 году 39-летний Дворжак сочиняет ораторию для хора и оркестра «Стабат Матер». Оратория пользуется успехом в Чехии, а через 3 года ее исполняют в Лондоне, и она имеет большой успех и у британских слушателей. После этого Дворжака приглашают в Лондон, и там проходит концерт симфонического оркестра под управлением автора, где исполняются его произведения, и концерт проходит с триумфом. Вообще Дворжак побывал в Англии 9 раз и стал там известным и популярным композитором. Интересно, что его музыка нравилась Петру Ильичу Чайковскому, в то время как его старшего товарища Йоганнеса Брамса Чайковский на дух не переносил. А Дворжак по его инициативе был приглашен в Россию на гастроли и дал концерты в Москве и в Петербурге, познакомив российских слушателей со своими произведениями. С той поры он стал популярен и в России. В начале 90-х Дворжака приглашают на работу в Соединенные Штаты Америки. И с 1892 по 1895 год он становится директором Национальной консерватории в Нью-Йорке. Здесь он знакомится с одним из первых афроамериканских композиторов Харри Берли, который знакомит Дворжака с национальной американской музыкой в стиле спиричуэлс.
И эта музыка производит на Дворжика сильнейшее впечатление. Находясь под впечатлением от американских народных мелодий, Дворжик в течение зимы и весны 1893 года сочиняет свою знаменитую девятую симфонию, которую называет «Из нового света». Премьера симфонии состоялась в Нью-Йорке, дирижировал сам Дворжик. Премьера прошла с триумфом, и с этого момента девятая симфония стала излюбленным произведением, которое исполняют практически все симфонические оркестры мира. В 1895 году заканчивается срок контракта пребывания Дворжика на посту директора Национальной консерватории в Нью-Йорке. И возникает проблема с материальным обеспечением его дальнейшего пребывания в Америке. Но в это время его популярность в Европе значительно выросла. К тому же Дворжик стосковался по своей родине, по своему дому в Праге. И он принимает решение возвратиться в Чехию. И с этого начинается последний период его жизни. Приехав в Прагу, Дворжик занимает место директора Пражской консерватории, сменив на этом посту прежнего директора, и становится членом Пражской академии наук и искусств. В это время он берется за сочинение своей единственной оперы «Русалка». Сегодня она признана шедевром и ставится на многих оперных сценах мира. Там действительно много красивой музыки. Но при этом сказочный и глупый сюжет свидетельствует о полном пренебрежении Дворжика к драматической составляющей его произведения. Трудно сопереживать чувствам героини, чьи страдания высосаны из пальцев сочинителя неудачного слабого оперного либретто. Но при этом надо сказать, что партия героини дает певице с колоратурным сопрано продемонстрировать все свои возможности. Такие возможности демонстрирует нам всемирно признанная примадонна Асмик Григорян. В сентябре 1901 года в Праге с размахом национального праздника отмечалось 60-летие Антонина Дворжика. Он был одним из главных лиц чешской национальной культуры, ее национальной гордостью. В последние три года жизни Дворжик продолжал сочинять, в частности, концерт для скрипки и симфонического оркестра. Но 1 мая 1904 года эта работа была прервана. Окруженный славой и почетом, Дворжик скончался в Праге
от сердечного приступа. Было ему 60 лет. В Чехии был объявлен в этот день национальный траур. Вся Прага вышла провожать композитора в его последний путь на Вышеградское кладбище. Завершая рассказ об Антонине Дворжике, я хочу предложить вниманию зрителей своей программы фрагмент из фортепианного концерта композитора в исполнении великого пианиста Святослава Рихтера. Сентября 1905 года в столице Швеции Стокгольме родилась Грета Гарбо. Шведско-американская оскароносная киноактриса, причисленная к категории великих актрис. Ее отличала особая манера игры, придающая ее героиням ощущение царственной холодности, загадочности, которая вызывала у мужчин желание покорить эту недоступную красавицу. Эта манера оказала влияние на стиль игры последующих поколений актрис. От французской Арлетти и итальянки Моники Витти до российской Аллы Демидовой и, скажем, Маргариты Тереховой. Еще в детстве я увидел открытки со снимками Греты Гарбо, которые оказались в нашем доме. Ее лицо с удивительно ясными глазами и скандинавскими чертами поражало своей холодной красотой, как у снежной королевы. К моим детским впечатлениям прибавились восторженные рассказы моей мамы о Грете Гарбо, которую она видела в фильме «Дама с камелиями». Этот фильм шел еще до моего рождения. Поэтому, не видя актрису в кино, я с детства знал, что она одна из самых великих, и мечтал увидеть ее на экране. Это случилось, когда я уже учился в институте, и в Ленинграде открылся кинотеатр-кинематограф, где показывали старые фильмы мирового кино. Как студента театрального института, меня интересовала манера актерской игры Греты Гарбо, которая проявлялась во всех ее ролях, почти не меняясь. Позже выяснилось, что эта манера стала открытием в актерском искусстве. Поэтому сегодня я говорю о Грете Гарбо как о выдающемся явлении актерского искусства. Урожденная Грета Лависа Густавсон, которую мы знаем как Грету Гарбо, была третьим ребенком в семье Карла и Анны Густавсон. Отец не имел специального образования, был простым рабочим, и его заработка с трудом хватало на содержание семьи. Однако он был человеком с живым умом, добрым сердцем, и маленькая Грета его обожала. Отец страдал туберкулезом, неизлечимой в то время болезнью, и его мучили частые приступы. Это была самая большая беда в семье. Когда Грете исполнилось 15, отец умер. И помимо семейной трагедии, это стало большим материальным испытанием для семьи. Грета вынуждена была бросить школу и пойти работать.
Сначала она работала помощницей в парикмахерской, затем в большом универмаге, начальство которого обратило внимание на ее привлекательную внешность и привлекло ее к рекламе. Она стала сниматься для фоторекламы, ее красивое лицо привлекало покупателей, сниматься в рекламных роликах универмага. Тогда на нее обратил внимание комедийный режиссер Эрик Петчер и пригласил ее сниматься в своем фильме «Петр Бродяга» 1922 года. В титрах 17-летняя актриса упомянута под своей настоящей фамилией Густавсон. С 1922 по 1924 год Грета обучалась актерскому мастерству в театральной школе при Королевском драматическом театре Стокгольма. Здесь на нее обратил внимание преподаватель и известный режиссер Мориц Стиллер. Он лично занялся обучением актрисы и впоследствии пригласил ее сниматься в свой немой фильм «Легенда о Йесте-Берлинге» экранизации романа Нобелевского лауреата писательницы Сельмы Лагерлёв. К этому фильму Стиллер предложил для молодой актрисы благозвучный псевдоним – Грета Гарбо. Игра Гарбо произвела впечатление на американского продюсера Луиса Майера, являвшегося основателем кинокомпании «Метро-Голдвин-Майер». Он пригласил актрису и режиссера Морица Стиллера работать на своей студии. Они приехали в Соединенные Штаты и сняли на студии Майера несколько фильмов «Поток», «Плоть и дьявол» и «Любовь» 1927 года, который стал экранизацией романа Льва Толстого «Анна Каренина». О нем я рассказывал в предыдущем выпуске «Дома культуры». В этот период сложился образ актрисы. Ее загадочное поведение на экране позволило критикам называть ее прекрасный сфинкс. По мере того, как росла слава актрисы, ее отношения с первооткрывателем, режиссером Морицем Стиллером, испортились. Через 3 года Майер уволил его со студии, Стиллер уехал в Швецию и вскоре там умер. Конечно, публику не меньше, чем роли актрисы, интересовала ее интимная жизнь. У Греты начался любовный роман с ее партнером по фильмам, актером Джоном Гилбертом. Они собирались пожениться, об этом писала вся пресса. Но в последний момент Грета отменила свадьбу, поступив как одна из ее непредсказуемых героинь. Стали ходить слухи о любовных связях Греты с женщинами. Среди ее романтических подруг называли актрису Луизу Брукс, писательницу Мерседес де Акоста. Однако эти слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Греты Гарбо лишь увеличивали скандальный интерес к актрисе. Достигнув вершин популярности в немом кино, Грета Гарбо, одна из немногих, с успехом перешла на звуковые фильмы. Ее низкий, с хрипотцой, голос с легким шведским акцентом зрители впервые услышали в картине «Анна Кристи», являющейся экранизацией пьесы Юджина О'Нила. Она вышла на экраны в 1930 году, и этот голос публика сразу полюбила. Фильм вышел на экраны под слоганом «Гарбо говорит». Gee, I needed that bed. All right, all right. Sure. You look all in. Have you been on a bath? No. Traveling. Day and a half on a train. В 1931 году Гарбо снялась вместе с Кларком Гейблом в картине Сьюзан Леннокс «Падение и взлет». Это была единственная совместная работа актеров из-за их взаимной неприязни. Гарбо считала игру Гейбла топорной, а он обвинял актрису в снобизме. Тем не менее, глядя на экран, этого не чувствуется. Создается впечатление, что актеры увлечены своей игрой и друг другом. Give me that soap. Give me that soap. Come on now, give me that soap. Hey, quit stalling, you make me miss my train. Give me that soap. Now I've got you. You're bad girl. You gonna be good? Are you? No? Yes.
Затем последовали актерские работы Греты Гарбо в картинах «Мата Хари», о легендарной шпионке времен Первой мировой войны, в фильме «Гранд-отель», который был удостоен премии «Оскар». Затем актриса некоторое время не снималась из-за конфликта, возникшего со студией Метро-Голдвин-Майер из-за контракта. Актриса очень высоко ценила свой талант и не поддавалась давлению со стороны продюсеров студии. Обычно это давление и шантаж ломали сопротивление самых строптивых актеров. Но с Гретой Гарбой такое не получилось. В результате продюсеры сдались, и студия подписала с ней контракт, дающий ей исключительные права. После этого Грета Гарба снялась в лучших ролях своего репертуара. Я имею в виду фильм «Анна Каренина» 1935 года, о котором говорил в прошлом выпуске «Дома культуры», и в картине «Дама с камелиями». Это та картина, в которой я впервые увидел Грету Гарбу на экране. В роли Маргариты Готье, выдающейся куртизанки, актриса неподражаема. Она и неприступна, и обольстительна, и ласкова, и высокомерна. От нее невозможно оторвать глаз в любой момент ее появления на экране. Дорогая, вы видите этого господина? Которого? У второго ряда в проходе. Да, а ты его знаешь? Да, это барон де Варвиль. Сказочно богатый барон де Варвиль. Не знала, что богачи могут так выглядеть. Этот может. Он смотрит на нас. Он понял, что мы смотрим на него. Надо сказать, что и партнер Греты Гарбо по фильму Роберт Тейлор, актер, обладающий красивой внешностью и талантом, был ей в пару. И эта роль его прославила и сделала из него кинозвезду. Никто не любил вас так, как я. Пусть так, но что я могу сделать? Вы должны уйти и никогда со мной не видеться. Не уходите таким сердитым. Вы могли бы изредка приходить ко мне, и мы бы беседовали с вами, как друзья. Это много, но недостаточно. Разве вы не верите в любовь? Просто я не знаю, что это. Спасибо. За что? За то, что вы не любили. Простите, Арман. Смейтесь. Лишь ваш смех может меня излечить. Я верю, что вы искренни. В конце концов, когда недолго остается жить, отчего бы и не помечтать. Видите, я больше не смеюсь. Вот. Приходите, когда цветок умрет. Когда? Завтра вечером. Смотрите. Он увял. Сейчас. Невозможно. Возможно. Пусть они уйдут. Это невозможно. Я скажу им, что вы больны. Поэтому вы их покинули. Тогда вы тоже должны уйти. Что? Да. Потом вернетесь один. Так что мы еще увидимся. Видите, я скажу Нанин, чтобы она всех проводила. Надеюсь, вы не посылаете меня за сладостями. Вы впустите меня потом. Вот. Впустите себя сами. Вы ангел. Я никогда вас не покину. Маргарита Готье. В 1939 году Грета Гарбо впервые снялась в кинокомедии «Ниночка» режиссера Эрнста Любича. Фильм рассказывал о том, как советская чекистка из Москвы приехала в Париж, чтобы навести порядок среди советских агентов.
Но этому помешала внезапно вспыхнувшая у нее любовь к французскому графу, опытному сердцееду, который, в свою очередь, тоже влюбился в русскую коммунистку. Фильм был высоко оценен в Америке, представлен на премию «Оскар» в 4 номинациях. Лучший фильм, лучшая актриса, лучший первоисточник и лучший сценарий. И хотя «Оскара» он не получил, Совет национальных критиков США признал картину одним из лучших фильмов года, а Грету Гарбо – лучшей актрисой года. Я не знал об этом, когда смотрел картину, будучи студентом в кинотеатре «Кинематограф». Картина мне очень не понравилась. Я там даже ни разу не улыбнулся, разве пару раз зевнул. Но вот когда я готовил этот выпуск, то с удивлением узнал о столь высокой оценке фильма американскими критиками и прочел рецензию американского критика Фрэнка Юджента из «Нью-Йорк Таймс». Вот что он писал. «Эта комедия, благодаря хитро написанному сценарию, вышла блестящей. Сталину это не понравится. Но если ваши вкусы не слишком близки к партийной линии, мы думаем, что вы безмерно порадуетесь». Подумав, что при первом просмотре я был слишком зелен, чтобы оценить достоинство фильма, решил его посмотреть еще раз. Нашел в интернете и пересмотрел. Должен сказать, что мое мнение о картине не изменилось. Я не нашел ничего там блестящего. Сценарий искусственный, высосанный с пальца. Шутки плоские. Игра актеров – как из провинциальной опереты. Сама Грета Гарбо схематична, скучна и даже непривлекательна, с моей точки зрения. Впрочем, можете судить сами. Поправьте меня, если я не права. Мы смотрим на север, не так ли? На север, так. Не хотел бы вам отвечать без компаса. Простите, вы исследователь? Нет, я ищу Эйфелеву башню. Боже, неужели она снова потерялась? Или вас интересуют виды? Меня интересует Эйфелева башня с технической точки зрения. С технической? Боюсь, не смогу вам помочь. Парижане ходят к Эйфелевой башне в моменты отчаяния или когда хотят с нее спрыгнуть. Сколько времени до приземления? Какая жалость. Когда в последний раз прыгал, забыл засечь время. Посмотрим. Эйфелева башня. Ваш палец, пожалуйста. Зачем вам мой палец? Некрасиво указывать своим собственным. Вот, Эйфелева башня. Где находимся мы? Где находимся мы? Посмотрим, где же мы. Вот где мы. Вот вы, а вот я. Чувствуете? Меня интересует кратчайший путь между этими двумя точками. Вам обязательно флиртовать? Не обязательно, но это так естественно. Подавите свои чувства. Постараюсь. Просто ради информации, ваш подход типичен для местной морали? Мадемуазель, Париж стал таким благодаря этому подходу. Вы очень самоуверены, да? Пока никому не удалось пошатнуть мою уверенность в себе. Я слышала о наглых капиталистических мужчинах. Ваши зарплаты делают вас такими. Русская. Обожаю русских. Товарищ, последние 15 лет я поражаюсь вашему плану пятилетки. Ваш вид скоро вымрет. Возможно, и сегодня найдутся поклонники этой картины, но это будет свидетельствовать лишь о их невзыскательности и неразвитом зрительском вкусе. А тогда, в 1939-1940 годах, после выхода комедии «Ниночка», продюсеры Голливуда решили повторить успех первого фильма, и Джордж Кьюкер снял вторую комедию с Гретой Гарбо под названием «Двуликая женщина». Фильм вышел на экраны в 1941 году, когда Гитлер, покорив Европу, напал на Советский Союз. Но Америка жила в то время своей жизнью, смотрела комедии. Правда, критика на этот раз встретила картину отрицательно. Конечно, фильм не обладает большими достоинствами, хотя и не провалился в прокате. Грета Гарбо играет здесь две роли. Первая – это женщина-инструктор по горным лыжам по имени Карин, которая влюблена в своего мужа, издателя модного журнала. Вторая – это ее мнимая сестра Катрин, или Кэтрин, которую эта Карин пытается изображать для того, чтобы уличить мужа в неверности, соблазнив его. Но муж вовремя разгадывает эту мистификацию и подыгрывает жене. Все заканчивается счастливым примирением. Конечно, этот сюжет – с мистификацией жены заимствован из опереты Штрауса «Летучая мышь», а фильм рассчитан на невзыскательную публику. Вот фрагмент из него. Что ты делаешь? Хочу уехать от тебя как можно дальше. Ну что ты так злишься? Ну будь ты и впрямь, Катрин. Я и есть Катрин. Но в этом случае я не проявил к тебе неверности. Не по своей вине. А ты, если ты действительно ты,
то ты просто угроза в мировом масштабе всему человечеству, и ты обманщица. Ты не могла бы сыграть Кэтрин, если бы у тебя в характере не было так много Кэтрин. Хватит. До свидания, Кэтрин. Все, хватит. Ты переполнил чашу терпения моей семьи. Мы прощаемся с тобой обе. Кэтрин, Карен, подожди, я не могу быстро на лыжах. Карен, Кэтрин. Вернись. Вернись, я тебя прощаю. Помогите. Стой. Берегись. Сядь. Как можно остановиться? Ложись на снег. Что? Я потерял палки. Ложись, там озеро. Ларри, дорогой, иди сюда. Ты цел, Ларри? Прости, зря я тебя туда завела. Ларри, ты ранен? Скажи что-нибудь, Ларри. Ты ранен, Ларри, ты цел? Простите. Господи, ты меня до смерти напугал. Вы меня с кем-то спутали. Ларри, прошу, я не Ларри. Я его брат-близнец. После этого, до конца Второй мировой войны, Грета Гарбо не снималась в кино. Вероятно, актриса была недовольна своими успехами в комедиях. В кинематографической среде ходили слухи, что актриса решила отказаться от комедийных ролей и искать что-то новое для себя. Все ждали ее появления на экране. Но неожиданно для всех Грета Гарбо расторгла контракт с Голливудом и объявила о своем уходе из кино. Причем объявила не на словах, как это делают многие, а на деле, и выполнила свое решение. И сейчас же многие поспешили занять ее место. Актриса Марлен Дитрих писала своему мужу: «Я слышала, что Гарбо ушла из кино. Ну что ж, я рада, теперь я осталась одна». Но тут она ошибалась. В Америке еще оставались замечательные кинозвезды, среди них Кэтрин Хепберн. Появились новые молодые актрисы – Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, которые сразу стали звездами первой величины. Ну, а Грета Гарбо ушла не только из кино, но и из публичной сферы. Она и раньше, по возможности, избегала людей, никогда не давала автографов, не присутствовала на премьерах своих картин, не отвечала на письма фанатов, а теперь вообще ушла в глухую защиту, отказываясь от любых публичных выступлений и не давая интервью. Покинув Калифорнию с ее Голливудом, она поселилась в Нью-Йорке, на Манхэттене, в семикомнатной квартире, где и прожила до конца жизни. Она часто ездила в Европу, совершала круизы по Средиземному морю, отдыхала в горном швейцарском курорте. Она никогда не была замужем, не имела детей. И в Нью-Йорке ее знали по ежедневным длительным пешим прогулкам по городу, которые она совершала, надев большие солнцезащитные очки. Грета Гарбо дожила до 84 лет и умерла 15 марта 1990 года от пневмонии и почечной недостаточности. Ее тело кремировали, прах увезли на родину в Швецию и похоронили на кладбище недалеко от Стокгольма. Имя Греты Гарбо стало легендарным и часто возникает в культурно-мировом пространстве. Грета Гарбо является одной из тех редких кинозвезд, которые не только остались в истории искусства, но и вдохновляют последующее поколение актрис своей игрой и ее индивидуальными особенностями. Само имя Грета Гарбо стало символом всего лучшего, что в нашем сознании связано с идеалом женщины-актрисы. Сентября 1921 года во Львове, который тогда был польским городом, родился Станислав Лем. Великий польский писатель-фантаст, философ, эссеист, сатирик, критик.
Его произведения переведены на 41 язык и издаются миллионными тиражами. Он создатель удивительного философского труда «Сумма технологий», в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, существование совсем иных, чем у людей, принципов космического разума. Впервые я услышал слово «солярис», когда учился в театральном институте. Оно иногда возникало в разговорах студентов и преподавателей. Тогда я не понимал его значения, но позже узнал, что так называется роман польского писателя с неизвестной мне фамилией Лем, который, оказывается, вышел за 2 года до этого в Советском Союзе. Но мгновенно стал редкостью, и достать его было практически невозможно. А в институтской библиотеке на него стояла очередь, и я не стал заморачиваться этой проблемой. А тем временем в книжных магазинах стали появляться другие книги Лема, в частности, роман «Непобедимый». Его я прочел. Это был первый роман, который я прочел у Лема, прочел не отрываясь, потому что он захватил меня с первой же страницы. Космический корабль «Непобедимый» приземляется на какую-то планету в отдаленной галактике, где его встречает чужой разум, оснащенный невероятным оружием, неистощимым роем стальных насекомых, которые набрасываются на астронавтов, поражая их мозг и выводя из строя технику. В ответ на это земляне обстреливают насекомых из плазменных пушек, уничтожая рой за роем. Но насекомых не становится меньше, их мириады, мириады. И тогда ученые с корабля начинают предполагать, что встретились с неизвестной им формой неорганической жизни. В конце романа один из героев, оказавшись на грани гибели, вдруг понимает, что они встретились с неизведанной формой коллективного разума, при котором каждый из отдельных насекомых, маленькая стальная пчелка, является лишь клеткой огромного необъятного мозга, который таким образом защищает свой мир. Автор, который мог придумать такую невероятную и в то же время убедительную фантазию, подкрепленную логикой, вызвал у меня восхищение. Я сразу выделил его из группы писателей-фантастов, поставив в первый ряд. А когда прочел роман «Солярис», в котором Станислав Лем придумал существование разумного океана, способного овеществлять кладовые человеческой памяти, оживлять его фантазию, то он для меня стал фантастом номер один и одним из любимейших писателей, в котором сочеталась невероятная оригинальность фантазии с железной логикой и мастерством рассказчика. За его произведениями стоял не только большой писатель, но и выдающийся мыслитель и философ. Станислав Лем родился в семье врачей Самуила Лема и Сабины Воллер. Он закончил Львовскую гимназию и поступил во Львовский университет, где изучал медицину. Здесь его застала война. Несмотря на еврейское происхождение, семью Лемов не тронули и не отправили в гетто, благодаря поддельным документам. В то время как их родственники, живущие в Польше, все погибли. Во время оккупации Лем работал автомехаником и сварщиком. Он участвовал в группе подпольного сопротивления, для которой был незаменимым мастером-автомехаником. После войны семья Лемов вынуждена была покинуть Львов, который стал частью Советского Союза. Они переселились в Краков, в Польше. И здесь Лем продолжил свое медицинское образование, учась в Краковском университете. Их факультет готовил военных врачей. Поскольку поляки хорошо знали о негативной роли Советского Союза в оккупации Польши и о том, как русские отказались помочь польскому сопротивлению, Лем отказался сдавать выпускные экзамены. И вместо диплома получил лишь справку о том, что прослушал курс лекций. Но он после этого стал работать ассистентом у профессора в одном из НИИ Кракова, где занимался разбором и каталогизацией зарубежной научной литературы, приходящей в Польшу. А в часы досуга он, чтобы пополнить свой заработок в трудное послевоенное время, сочинял научно-фантастические рассказы, которые отправлял в краковский журнал. Первый рассказ Лема был напечатан в 1946 году. Но если в начале сочинение научно-фантастических рассказов было для Станислава не более чем хобби, то потом это стало его основным занятием, отодвинув на второй план работу в медицине. Его первым успехом стало опубликование романа «Астронавты» в 1951 году. Роман сразу же был переведен на ряд европейских языков, а в Советском Союзе появился в 1957 году. Он был напечатан в журнале «Научная фантастика», и с ним познакомились подписчики журнала и любители фантастики. В романе «Астронавты» сказывается коммунистическое мировоззрение тогдашнего Станислава Лема. Впрочем, оно было характерно для интеллигенции Советского Союза и стран Восточного Блока. Действие романа происходит в первой половине 21 века, то есть в наши дни. Тогда, с позиции начала 50-х годов, это время казалось очень далеким, и Лем представлял, что будет на Земле построен коммунизм, капиталистических стран не останется, люди будут заниматься оводнением пустыни Сахара, чтобы превратить ее в цветущий край,
сооружением искусственных термоядерных солнц для обогрева Земли будут осваивать другие планеты. Это кажется наивным, как и роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Однако тогда все мы были наивными, вплоть до середины 60-х годов. И будущее казалось нам светлым и радостным. И это могло быть приблизительно так, если бы Советский Союз и Америка не занимались усиленной гонкой вооружений, а все свои неимоверные усилия и огромные средства направили на положительное усовершенствование планеты. Тогда наш мир был бы совсем иным. Ну а поскольку этого не произошло, мы пришли к тому, к чему пришли. К всеобщей коррупции в масштабах планеты, к талибам, к фанатикам Ирана, к Северной Корее, к путинизму, к умственной и нравственной деградации населения России. Итак, в романе рассказывается о времени, когда технический прогресс на Земле шагнул далеко вперед. В Сибири, в районе подкаменной Тунгуски, в том месте, где в начале 20 века упал Тунгусский метеорит, инженеры и строители занимаются сооружением конструкций для установки искусственного термоядерного солнца. В ходе работ в Земле они обнаруживают необычайно прочную оплавленную капсулу, в которой находится катушка с металлической тонкой проволокой. Находка явно внеземного происхождения. Обнаруживается, что проволока эта намагничена. Ученым удается расшифровать магнитную запись, из которой они узнают, что Тунгусский метеорит был на самом деле космическим кораблем с Венеры, который потерпел аварию при подлете к Земле. Более того, они узнают, что жители Венеры собирались захватить Землю, предварительно уничтожив на ней все живое с помощью бомбардировки Земли радиоактивными частицами. Руководство Земли очень беспокоит эта ситуация, и они решают отправить на Венеру экспедицию на космическом корабле. Космический корабль достигает благополучно Венеры, обнаружив, что это планета типа Земли, только с более плотной атмосферой, которой нельзя дышать людям. Корабль совершает посадку в пустынной местности, и члены экипажа разбредаются по планете в поисках жителей Венеры. Жителей Венеры им обнаружить не удается, но они находят разрушенный город, который уничтожен необычайно мощными взрывами. Землянам удается узнать, что к началу 20 века на Венере существовала необычайно развитая цивилизация, в техническом отношении значительно обогнавшая земную. Они собирались захватить не только Землю, но и другие планеты. Но в этот момент там произошел внутренний конфликт. Началась ядерная война, которая уничтожила венерианскую цивилизацию. Однако, поскольку Венера еще представляет опасность для Земли, решено оставить там часть экспедиции для контроля. Вот такая замысловатая история, которая когда-то читалась с большим интересом. Однако, если бы от Станислава Лема остались бы произведения только такого уровня, навряд ли мы бы сегодня с вами о нем говорили. Но, к нашему счастью, Станислав Лем стремительно развивался в своем представлении о мире и вместе с тем вырастал как оригинальный мыслитель и талантливый писатель. Возвращаемся к его биографии. В 1953 году Станислав женился на Барбаре Лесняк, которая работала врачом-рентгенологом в том же учреждении, что и он, так что их знакомство не было необычным. Необычным является лишь то, что их сын Томаш родился только через 15 лет после их свадьбы, в 1968. Что касается литературных произведений, то ровно через 10 лет после выхода романа «Астронавты» появился роман «Солярис». В Советском Союзе он появился в 1962 в переводе Дмитрия Брускина и мгновенно завоевал всеобщую любовь и популярность. За какие-то 10 лет Станислав Лем как автор и как мыслитель необычайно вырос, превратился в уникального, ни на кого не похожего писателя со своим собственным литературным стилем. После «Соляриса» все его произведения издавались большими тиражами, а его популярность постоянно росла. Уже в 1963 году Станислав Лем получил предложение от киностудии «Мосфильм» об экранизации романа «Солярис». Но, насколько мне известно, он не дал на это согласия. Лему было непонятно, как можно экранизировать его роман, учитывая ограниченные технические возможности киностудии «Мосфильм». Но больше всего он опасался, что советские кинематографисты упростят и опошлят философски-нравственное содержание его романа в силу просто ограниченности своей идеологии. Короче, фильм не был снят. И это очень было хорошо для появления последующего киношедевра Тарковского «Солярис». При этом надо сказать, что еще до фильма Тарковского появился новаторский фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея», в котором он показал всему миру, как можно снимать космос. Это вдохновило Тарковского на создание уникальных интерьеров космической станции около «Соляриса». А самое главное, Тарковский, будучи высоким интеллектуалом, смог прочувствовать, понять и взволноваться философским нравственным содержанием романа Лема.
Он выразил его по-своему, показав то, что было для него самым существенным. И неудивительно, что экранизация Тарковского не понравилась Лему. Он был не очень доволен фильмом. Впрочем, писатели никогда не бывают довольны экранизациями своих произведений, и к этому нужно относиться как к данности. Теперь я хочу рассказать о разнице в отношении к Станиславу Лему со стороны читателей и властей. В Советском Союзе Лема не переводил ни один профессиональный переводчик художественной литературы, связанный с издательствами и журналами. Его переводчиками были астрофизик, математик, переводчик с японского и еще несколько людей, не имеющих прямого отношения к литературным профессиям. И тем не менее его книги издавались огромными тиражами. Когда в составе делегации польских писателей Станислав Лем впервые прибыл в Москву, то, к удивлению принимающих чиновников и сотрудников органов, его силы стихийного напора толпы мгновенно оторвали от общей делегации, для которой была придумана своя программа. Станислава Лема захватили в плен представители науки, студенты, сотрудники НИИ, Академии наук. Его тут же отвезли в МГУ, потом на атомную электростанцию, затем в Институт высоких температур. Потом он оказался в Харькове. Каждый день поступали сотни приглашений, и писатели возили с одного места на другое. Так прошли почти две недели. В конце этого путешествия к общему действию присоединились космонавты. Феоктистов и Егоров силой своего авторитета сумели отвоевать Лема от толпы и увезли его в звездный городок. Это было первое пребывание Станислава Лема в Советском Союзе. Через год он вновь приехал в Москву, и все повторилось в еще большем масштабе. Вот как сам Станислав Лем вспоминал об этом. У русских, когда они ощущают интеллектуальные приключения, температура эмоций значительно более высока по сравнению с другими странами. Сартр, когда возвращался из Москвы, был буквально пьян от того, как его там носили на руках. Я тоже это испытал. Русские, если кому-то преданы, способны на такую самоотверженность и жертвенность, так прекрасны, что просто трудно это описать. Как горько читать эти слова сегодня, когда русские демонстрируют всему миру самые низменные, самые зверские проявления своей нации, когда они стали зачинщиками агрессии, объявили войну народу Украины, когда они бомбят Киев, столицу русских городов, когда они уничтожают бомбами и ракетами города с русским населением, Харьков и Мариуполь, когда они грабят все, что попадается под руку, насилуют, убивают детей и женщин, разрушают памятники истории и культуры. А в самой России большая часть населения трусливо молчит, а другая яростно защищает своего преступного фюрера, который решил сравняться с Гитлером по безумию и бесчеловечности своих решений. А тех смельчаков, что пытаются возражать, избивают, калечат и арестовывают их соотечественники с погонами и дубинками. Насколько эти восторженные слова о русских людях не соответствуют тому населению, в какое превратился русский народ за 20 лет правления Путина и его банды. Но возвращаясь к рассказу о Станиславе Леме и об отношении к нему со стороны партийных властей. Когда в военно-техническую академию в Варшаве приехали по приглашению советские космонавты, знакомые Лему, они пожелали, чтобы писатель был рядом и сопровождал их в этой поездке. Польские власти отыскали Лема и привезли его на машине на место встречи, но не знали, что с ним дальше делать. Космонавтам вручали цветы, их записывали в книгу почетных гостей, они подписывали какие-то проспекты, а Лем болтался где-то в хвосте, как неприкаянный. «В Москве все меня знали и читали», – вспоминал Лем. «Сам генеральный конструктор Сергей Королев читал и любил мои книги. А в Польше эти партийные начальники и полковники не имели обо мне ни малейшего представления. Я думаю, что и советские партийные работники не читали Лема. Мне вообще любопытно, какие книги они читали, если читали вообще». Надо сказать, что польские чекисты, конечно, знали Лема и следили за ним. Ведь он симпатизировал диссидентскому движению и примыкал к организации оппозиционных интеллектуалов. А когда в 1983 году в Польше произошел политический кризис и был арестован Лех Валенса, лидер движения «Солидарность», Лем вынужден был покинуть Польшу и в течение 5 лет жил в эмиграции в Германии и Австрии. Как общепризнанный писатель-фантаст, Станислав Лем в 1973 году был удостоен почетного членства в Американской организации писателей-фантастов. Но через 3 года был исключен оттуда за критику. Он критиковал американскую фантастику за китч, за то, что там непродуманные сюжетные конструкции, очень слабый стиль литературного повествования, за то, что они гоняются за высокими гонорарами в ущерб поисков идей и новых форм. Вообще, как писатель-фантаст, он отличается от многих тем, что его сюжетные конструкции вызваны не свободным полетом фантазии. Он пытается представить и нарисовать картину будущего. С точки зрения науки,
и логики, и своего представления о мире. И в этом смысле он настолько убедителен, что на читателя, во всяком случае на меня, производит впечатление оракула, который знает, как оно будет. Хочу обратить внимание своих зрителей на сборник рассказов Лема о пилоте Пирксе, интереснейшем персонаже, наделенном умом, логикой, знаниями, а помимо этого удивительной интуицией, которую Станислав Лем считал одним из ценнейших человеческих качеств. Я стал читать этот сборник после того, как посмотрел фильм польско-советского производства 1978 года «Дознание пилота Пиркса», который снял польский режиссер Марик Пьестрак по рассказу Лема «Дознание». Об этом рассказе хочу сказать несколько слов. Прежде всего, обращает на себя внимание интересная композиция рассказа. Его сюжет выясняется в ходе заседания космического трибунала, на котором рассматривается поведение командора Пиркса. Ему грозит обвинение в преступной пассивности при аварии космического корабля «Голиаф» вблизи планеты Сатурн. А произошло следующее. Пиркс был назначен командиром космического корабля, команда которого состояла из людей и роботов, неотличимых от людей. Причем Пиркс не знал, кто из них человек, а кто киборг. В ходе полета корабль должен был пролететь сквозь кольца Сатурна. Огромное скопление каменных глыб. Кораблю грозила опасность, она была почти неизбежна. Счет шел на секунды, нужно было принять верное решение. И первый пилот предложил Пирксу такое решение. Он ожидал от Пиркса только команды. Но Пиркс молчал. Он не отдавал ему приказа. Ему это решение, единственное, как будто бы правильное и логичное, не нравилось. Между тем, он упустил драгоценное время, корабль потерпел аварию. Его системы управления были необратимо разрушены. Но экипаж, состоящий из людей, остался жив. Погиб лишь первый пилот. В ходе заседания космического трибунала выяснилось, что первый пилот был киборгом, причем киборгом-фанатиком, который специально сорганизовал эту критическую ситуацию, чтобы доказать, что искусственный интеллект значительно сильнее человеческого разума. В случае принятия его предложения корабль остался бы невредим, а люди погибли бы. Но этого не произошло из-за нерешительности Пиркса. В этой футуристической истории предлагается удивительно интересная философская мысль о вечном конфликте между холодным расчетом и человечностью с ее слабостью, которая иногда оказывается ее силой. После пятилетней эмиграции Лем возвратился в Польшу и поселился в Кракове, где продолжил свою литературную и преподавательскую деятельность. Через несколько лет он стал почетным жителем Кракова. Власти города гордились, что в их Кракове живет такой знаменитый на весь мир писатель. В этом городе Лем и умер после продолжительной болезни сердца 27 марта 2006 года в возрасте 84 лет. За свою жизнь Лем написал три десятка объемных произведений, среди которых есть и романы, и сборники рассказов, и научно-философские трактаты. Я прочел большую часть произведений и должен сказать, что интересы и возможности Лема необычайно широки. Его произведения изобилуют афоризмами, игрой слов, различными аллюзиями. Лем обладал оригинальным чувством юмора, который наиболее наглядно проявился в книге «Дневники Иоанна Тихого», представляющей собой космическое путешествие героя по различным галактикам, планетам, где он сталкивался с удивительными цивилизациями. По конструкции и стилю дневники перекликаются с произведениями Джонатана Свифта и Франсуа Рабле. В заключении моего рассказа о Станиславе Леме хочу привести несколько веселых фрагментов из этой книги, посвященных взгляду на людей со стороны обитателей других планет. Этот ученый выделял особый отряд дегенераторес, которому принадлежат пережраки, недожраки, трупощипы и мертвомилы. Определение «монстротератус» применительно к человеку он считал неверным. Дескать, следовало предпочесть терминологию водолейской школы, которая последовательно использует термин «суррогат чудоюдный». Они не могли взять в толк, почему это людям огорчительно думать, что когда-нибудь их не будет. Однако их вовсе не огорчает, что прежде их никогда не было. Но таковы уж люди. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. На третий день мы пошли в театр. Давали драму под названием «Трансформарий». Это была история молодого красивого робота, претерпевающего жестокие мучения от людей. Они обливали его водой. В масло ему подсыпали песок, отворачивали винтики, из-за чего он поминутно грохался оземь. И все в таком роде. Зрители-роботы в зале негодующе скрежетали.
А это, по-моему, имеет прямое отношение к нынешней путинской России, власти которой в период эпидемии ковида отказались давать людям денежную помощь. Но ведь вы тратите на дракона кучу денег. Ну и что же? Неужели раздавать их гражданам просто так? Десятого сентября 1875 года в польско-литовском городе Друскининкае Российской империи родился Миколоэс Чорльонис. Литовский живописец, композитор, литератор. Родоначальник профессиональной литовской музыки. Самый яркий живописец Литвы, который своим творчеством расширил границы национальной культуры и обрел мировую известность. Когда я учился в старших классах школы, имя Чорльониса было хорошо известно в кругу людей, интересующихся живописью. Его фантастические пейзажи, композиции публиковались в журналах. Будучи студентом, я узнал, что Чорльонис был еще и композитором, а потом приобрел его пластинку с фортепианными пьесами. Они мне понравились. Еще больше понравились мне симфонические поэмы. На мое 30-летие друзья подарили мне большой альбом с факсимильными репродукциями Чорльониса. И мы любили иногда рассматривать их в семейном кругу, ставя пластинку с музыкой Чорльониса. Отец Миколоэса, Константин Чорльонис, был сыном вольного литовского крестьянина и служил органистом в костеле города Друскининкай. А мать Адель Радман происходила из немецких эмигрантов. В доме говорили по-польски. И Чорльонис свои дневники вел на польском языке. На нем же он написал все свои литературные произведения. От отца Миколоэс унаследовал музыкальные способности, и мальчиком был отдан в частную школу князя Михаила Огинского, потомка автора знаменитого полонеза. К Миколоэсу Огинский относился с большой симпатией, всячески его поощрял. В школе был и действовал княжеский оркестр, и Миколоэс вскоре стал в нем играть. Именно здесь, в школе князя Огинского, началась профессиональная карьера будущего композитора и художника. После окончания музыкальной школы князь Огинский посоветовал Чорльонису поступить в Варшавский музыкальный институт и обеспечил его стипендией. Чорльонис учился в этом институте, закончил его. В 1899 году, когда он получил диплом, князь подарил ему пианино. Вскоре после этого Чорльонис сочинил симфоническую поэму «В лесу». Она стала первым симфоническим произведением в истории литовской музыки. В нем проявляется любовь Чорльониса к родной природе, а также его представление о красоте. В 26 лет, все так же по рекомендации князя Огинского и при его денежной помощи, Чорльонис уезжает в Германию, чтобы продолжать овладевать профессией композитора, и полтора года проводит в консерватории города Лейпцига. Но в 1902 году князь скоропостижно скончался, и, оставшись без стипендии, Чорльонис вынужден был покинуть Германию и уехать в Варшаву. Здесь он поступает в рисовальное училище. Надо сказать, что Чорльонис с детства увлекался живописью, любил рисовать, и это увлечение было не меньшим, чем любовь к музыке. И его выпускные работы отличались самобытностью, оригинальным поиском и вызывали одобрение учителей. Однако, занимаясь живописью, он никогда не бросал сочинения музыки. Эти два искусства развивались в нем параллельно. Можно даже сказать, что они помогали развитию друг друга. Как композитор, Чорльонис сочинил множество симфонических поэм. «В лесу», «Море», «Кестутис», кантату для хора и оркестра, произведение для хора, для струнного оркестра, 60 обработок литовских песен, 200 пьес для фортепиано и органа. Но его музыка известна лишь узкому кругу меломанов.
А живопись обрела всемирную известность, поэтому мы будем говорить о ней под музыку Черлёниса. В Варшаве Миколоюс стал известным молодым художником, а также руководителем хора Общества любителей музыки. Первая подчеркнуто положительная рецензия на его картину «Покой» была опубликована в газете «Биржевые ведомости» за 1906 год. И это стало культурным событием для его соотечественников в Литве, поскольку им импонировало, что он литовец по происхождению, хоть и не знает литовского языка. А в январе 1907 в городе Вильни, будущем Вильнюсе, была организована первая выставка литовских художников, участником которой стал Черлёнис. Это и послужило причиной его возвращения на родину. Что собой представлял Черлёнис как личность? Это был живой, добрый, сердечный человек, готовый поделиться со всеми своими впечатлениями и открытый для любого мнения. Единственное, что выводило его из себя, это вопросы, которые ему задавали по поводу того, что он хотел сказать той или иной картиной. Он негодовал. Почему люди не умеют смотреть? Почему они не умеют отдавать себя искусству? Ведь стоит напрячь душу, и тебе открывается мир художника. Он похож на музыку. Ты можешь открыть его для своих чувств. Но у каждого восприятие разное. Каждый воспринимает его по-разному. Как можно это объяснить словами? Примерно так рассуждал Черлёнис и в своих разговорах, и в своих статьях, и в дневниках. Широко известный портрет Черлёниса, многократно растиражированный, ставший официальным, был сделан в момент, когда Черлёнис готовился к очень ответственной для него выставке литовских художников 1908 года. Он был сделан после бессонной ночи, и Черлёнис на нем выглядит гораздо старше своих 33 лет. Живя в городе Вильна, он и здесь руководил городским хором. В концертах исполнялась не только европейская хоровая музыка, но и литовские национальные песни в его обработке. В доме Черлёнисов всегда звучала музыка. Там устраивались веселые музыкальные вечера, на которых присутствовала литовская интеллигенция, где говорили о культуре, о политике, о будущем страны и народа. Несмотря на свою скромность, Черлёнис сильно воздействовал на окружающих людей. Вот как об этом вспоминает его близкий друг Владимир Шмаравский. Он говорил о нем так. «Все мы чувствовали, что среди нас находится необыкновенный человек, отмеченный не только выдающимся интеллектом, но и огромной моральной силой». А супруга английского консула Галина Вельман так вспоминала. «Когда Черлёнис был с нами, все мы были лучше. Рядом с ним не могло быть ни плохого человека, ни злых чувств. Он разливал вокруг себя какой-то свет». Родной город Черлёниса Друскининкай, находящийся в лесной зоне, почти не испытал влияния европейской культуры. Несмотря на то, что здесь обосновалось католичество, в среде простых людей господствовали языческие представления о жизни. Они верили в леших, домовых, чертей, рассказывали друг другу истории о встрече со всякой нечистью и верили этому. Когда в 1908 году в Литве впервые появился автобус, то местные жители, увидев его, спасались в лесу, прятались в кусты. Поэтому в культурной среде их считали недоразвитыми. А увлечение Черлёниса национальным фольклором они считали чудачеством и называли это литвоманством. Широкое признание Черлёниса в России началось с выставки в Салоне, которую организовали художники Михаил Добужинский и Сергей Маковский. И пригласили туда никому неизвестного, но очень оригинального художника из Литвы. Черлёнис тут же был приглашен вступить в объединение «Мир искусства». А через год на выставке этого объединения представил там 125 своих работ. После этого появилась большая хвалебная статья в журнале «Мир искусства», которые издавали Сергей Дягилев и Александр Бенуа. Это было счастливое время для Черлёниса, и потому что он получил признание в России как художник, и потому что встретил молодую литовскую писательницу Софию Кимонтайте и влюбился в нее. София ставила своей целью поднять уровень литовской культуры. Эти цели и совпадали с целями Черлёниса. Молодые люди, объединенные общими идеями, увлеклись друг другом и поженились. Между тем, несмотря на растущую популярность, Черлёнис страдал от безденежья. Его картины не покупались, они были непонятны окружающим. Коллеги Черлёниса, которые ратовали за развитие литовского искусства, были людьми с консервативными взглядами. Они считали, что художник должен рисовать литовские пейзажи в стиле Шишкина. А фантастические картины Черлёниса с его поисками другой реальности, космологического толка, были им совершенно непонятны. Они считали его упрямым чудаком, который дурью мается. На самом деле Черлёнис, конечно, был близок к европейским символистам. Я лично нахожу у него много общего с композитором Александром Скрябиным.
У них общие темы, общие поиски. В их произведениях проглядывают стремление к мистицизму, к религиозному взгляду на реальность. Ну, например, сравним даже их название произведений. У Скрябина это поэма экстаза, поэма томления, поэма огня. А у Черлёниса – соната солнца, соната моря, соната весны, соната звезд. Как воспринимать его картины? В одном из выпусков «Дома культуры» я говорил о двух принципах подхода художника к созданию своих произведений. Первый заключается в отражении окружающего мира в реальных, знакомых глазу формах. Второй – в отражении внутреннего, субъективного мира художника, который тот видит своим внутренним взором и в котором соединяются и его чувства, и его фантазии. Черлёнис, безусловно, относится ко второй категории художников. В его произведениях мы видим соединение видений космического порядка с образами, навеянными народным фольклором, чувствуется влияние японского, индийского, египетского изобразительного искусства. Он стремился к синтезу между музыкой и живописью, поэтому свои картины называл «Соната». Надо сказать, что Черлёнис был очень плодовит как художник. За свою недолгую жизнь он создал около 300 картин, и эти картины имеют горячих поклонников во всем мире. А вот у соотечественников Черлёниса его картины никому не были нужны. Их никто не приобретал. Черлёнис страдал от такой бедности, что у него не было денег, чтобы приобрести краски. И иногда он собирал их остатки с пола, чтобы закончить очередную картину. Но в 1909 году к Черлёнису неожиданно поступил заказ на роспись театрального занавеса для сцены Культурного театрального общества Литвы размером 6 метров ширины на 4 высоты. Это был самый масштабный проект в творчестве Черлёниса, и он взялся за него со всем воодушевлением. Самолично загрунтовал огромный холст, а потом, используя стремянки, расписал этот холст сверху донизу и снизу доверху. Когда члены приемной комиссии пришли, чтобы принимать работу, они были обескуражены и разочарованы. Вместо привычных атрибутов искусств, изображения нимф и ангелочков, которые они видели на плафонах театральных залов, они увидели какую-то абстракцию. Их возмущению не было предела. И они, не скрывая своего неудовольствия, в грубой форме высказали в лицо Черлёнису все, что они о нем думали, обозвав его шарлатаном или сумасшедшим. Но так происходило всегда, когда общество сталкивалось с чем-то непривычным для себя, неординарным. Оно признавало художника сумасшедшим и тем самым морально его убивало. То, что занавес отказались принять, сломило Черлёниса. Человек трепетный, самолюбивый, он испытал тяжелейший стресс, и его физическое и психическое здоровье резко ухудшилось. Он попал в психиатрическую клинику, в санаторий «Красный двор» в пригороде Варшавы. Он провел там несколько месяцев, начал поправляться. Почувствовав себя лучше, отправил письмо своим родным в Друскининкай, в котором обещал приехать и провести с ними все лето. Но невезение не оставило Черлёниса и на этот раз. Во время прогулки во дворе клиники в холодную погоду он простудился. Простуда быстро перешла в воспаление легких, он слег и через несколько дней скончался. Это произошло 10 апреля 1911 года. И было Миколоису Черлёнису 36 лет. Его вдова София Черлёни-Никимонтайте пережила мужа на 47 лет. Она пережила и Первую, и Вторую мировые войны, пережила насильственное вхождение Литвы в состав Советского Союза, стала известной в Литве советской писательницей, поэтессой, переводчицей, педагогом, общественным деятелем. В то время как ее соотечественники пытались бороться с советской оккупацией, становясь лесными братьями, она заслужила доверие советских властей. И в 1954 году получила звание «Заслуженный деятель науки Литовской ССР». Могила Черлёниса находится на кладбище Росса в Вильнюсе. А теперь ненадолго погрузимся в загадочный, необычный и прекрасный мир Черлёниса. И эту экскурсию я хотел бы предварить словами знаменитого французского писателя Ромена Ролана о Черлёнисе. Его гениальное, неповторимое творчество явило миру новый духовный континент. Thank you.
Завершая 69-й выпуск нашей программы, я хочу прежде всего поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, кто еще не успел этого сделать. Ну а теперь мне осталось пригласить вас стать гостями нового 70-го выпуска программы «Дом культуры» Юрия Мамина.